Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ПАТП-1, подозреваемого в получении взяток. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 года подозреваемый, являясь ответственным за контроль за ходом и результатами исполнения контрактов, получал от представителя коммерческой организации, в отношении которой следственными органами ранее возбуждено уголовное дело, осуществляющего оказание услуг в сфере обеспечения транспортной безопасности, денежные взятки в значительном и крупном размерах за действия или бездействие в рамках заключенных контрактов. Необходимо отметить, что уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области, во взаимодействии с сотрудниками которого следователем областного следственного комитета подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления, а также на установление причастности фигурантов к иным фактам преступной деятельности.